Всем привет, с вами математичка Алена Игоревна. Сегодня мы решаем 12-е задание за 60 секунд. 12-е задание – это арифметическая или геометрическая прогрессия, или просто последовательность. Итак, последовательность задана формулой. Что мы делаем? Мы минус единицу берем и делим на предыдущее число. Надо найти b7, нам придется искать b1, b2 и так далее. Искать, в принципе, недолго. Итак, b2. Получается, мы минус 1 делим на 4, минус 1 четвертая. b3. Получается, мы минус 1 делим на минус 1 четвертую. Что произойдет? Тройка перевернется, минус на минус даст плюс, будет просто 4. b4. Мы минус 1 делим на 4, минус 1 четвертая. Так, b5. Мы снова минус 1 делим на минус 1 четвертую, дробь перевернется, получается 4, минус на минус дает плюс. B6 находим. B6. Мы минус 1 делим на 4, будет минус 1 четвертая. И B7, самое последнее. Мы минус 1 делим на минус 1 четвертую, минус на минус дает плюс. Вторая дробь переворачивается, будет просто 4. Ответ 4. Я надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи, удачи вам!